получается, лежим на боку, спина к тазу идет ровная, да, то есть вот плечо и тазобедренный сустав лежат в линию. Голеностопы тоже работают, ну, то есть от макушки до пятки у нас линия. Из этого положения, Дима, что ты смотришь? Ничего, напрягает мышцы пресса, передавая инерцию опять в четырехглавую мышцу бедра и выполняет движение вперед. То есть пытается ударить по мячу, который находится впереди. Но при этом старается не, смотрите, вот сейчас он делает правильно. Как? Неправильно. Но на начальном этапе вы можете это делать. Да, то есть вот, создает волну прям от корпуса. Вот это... Начало. Начало вашего движения, да, а потом вы стараетесь просто напрягать пресс, передавая в ногу и чисто от бедра выполнять. То есть, что я сейчас делаю? Я ему даже немножко его усложняю. Его поясницу прижала к своему бедру, а он пытается работать вперед больше. Твоя задача только вперед. Назад ногу расслабляешь, чтобы резинки ее забрали. Сколько? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, закончили 20. Вообще другое бедро работает. Там, где ты держала, там было само больно. Значит, смотрите, что получается. Как бы там ни было, мы все равно хотим передать инерцию в облегченный вариант, да? То есть вот сюда, где находится моя рука. Но так как я фиксирую таз, не даю крылу таза делать поворот, потому что что бы было, даже если корпус лежит, а вот крыло чуть-чуть наклоняется, видите, уже ему легче. Я тут раз и зафиксировала таз. Вредная какая. И работает изолирована мышца, да, то есть более нижний край. То есть вот эти моменты, когда вы уже встали в ходуны, ходите, и вы думаете, что вам резинки не нужны, нужны. Просто есть моменты, на которые стоит обратить внимание, и даже из положения лежа вы можете протренировать более глубокие волокна. Мне кажется, в обратную сторону это тоже будет, да? Конечно, мы сейчас подожди, не торопись. Поторопись, конечно. Не торопись. Давай еще разок для закрепления. Тут спрячь меня, твои люди соблазнятся, изгладят. Давай, вперед. Только вперед пока. Думай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Думай про мысль, что семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Что там у тебя в голени? 19 и 20. Хорошо. Ну, на втором подходе спина больше напрягалась, кстати. Ну, потому что... Ну, чем в первом, а так вот бедро. Вот где ты держишь, вот здесь очень у меня болит и напрягается. Угу. Ты мне сильно дальше... Возможно, я делаю тебе больно, да? Сделаем. Теперь мы делаем, или надо было там ее оставить, позади себя. То есть теперь мы работаем ножкой назад. То же самое, держись. Вначале, ну, сделай как на начальном этапе ногой назад, да? То есть идет волна назад, акцент на ягодице, по идее, да? Далее. Здесь, ну, вот, поясница, стабилизация поясницы работает. И поясница включается, когда так делаешь. Да. То есть вы, получается, вот этим вот движением вы работаете от спины. Сейчас я ставлю ногу позади и работает ногой. Думаем о том, что пяткой хотим стукнуть по какому-то предмету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Блин, хорошо. Вообще все. Что все? Что все? Вы закончили тренировку? Нет, очень сильно напрягается ягодица и заднее бедро. То есть те группы мышц, которые отходят. Которых у тебя нет, слабак. Так, отдыхаем и делаем второй подход. Делаем назад, и еще я подставлю руку, чтобы Дима касался пяткой. Два, три, давай, три, четыре,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Хорошо. Значит, смотрите, если у вас есть хоть какая-то чувствительность в стопах, а даже если ее и нету, так сказать, совет, или положите что-то, да, что вы будете чувствовать. Вот, например, Дима есть чувствительность, да, и он чувствует, как он пяткой касается моей ладони. Если чувствительности нету, вы можете просто, не знаю, вплоть до того, что... Или звоночек какой-то, да, или вплоть до того, что какую-то бутылку, например, человек в обуви, и он просто стукает, и идет какой-то звук. Вот если... Или там, я не знаю, погремушка какая-то, да, там раз в погремушку он толкнул пальцами стопы, и пошел звук. То есть тогда будет результативнее. Потому что человек, который работает, он будет, помимо того, что понимать, что он делает правильное направление движения, он еще и будет слышать результат своего движения. Так, мы снимаем артез. Слушай, и что? Так, просто думаю, скажу тебе. Та же самая история, только здесь Дима будет сам думать о том, чтобы, когда у вас уже замыкаются колени, можно сделать вариант. Я даже не представляю, что мне делать. Все то же самое, только ко всему тому, что ты делал, ты добавляешь еще осознанность для колена. Да. Это я поняла. То есть мне надо футбол, еще и ногу выпрямлять, да? Ну, конечно, ты будешь стараться удерживать колено прямым. Сейчас, секунду. Мы просто сдвинем тебя куда пониже. Я думал, повыше, как бы так. Лежи. Я все правильно делаю. Не отвлекай. Так. Тебе чуть Бог не наказал. Нет, я ж знаю, что я делаю. А ты держись. Расслабился. Я как на пляже лежу. А ты держись. Так. Так, выпрямить ногу. Да, и работать. Раз, два, три, четыре. Я уже не могу. Шесть, это твои проблемы. Семь, восемь, девять. И 10. И 11, давай. А, ну давай 11. Раз, два, три, четыре, пять, ух ты, как это тяжело. Шесть, семь, восемь, девять. И хватит, 10. Жесть. Смотрите, когда... То есть здесь идет осознанное движение. Вы осознанно удерживаете колено в прямом положении. Вообще. К этому же, вот видите, то есть он расслабился, все, колено согнулось, нога пошла вверх, как захотела, так и лежит. Уже бедро сдохло. Подожди, это же еще не все. Потом все то же самое на другом боку. Значит, а еще, когда вы находитесь вот в этом положении, когда у вас фиксировано бедро на резиновых лентах, голень тоже, из этого положения можно выполнять движение со сгибанием и выпрямлением ноги в коленном суставе. В этом случае это идет тренировка, вот и как я сейчас работаю вместе с Димой, а он, например, подключается к этому движению, то есть идет работа. На начальном этапе, то есть когда вы только получили травму, затем это же движение можно имитировать самостоятельно. То есть я убрала, а Дима пытается подтянуть, я тут чуть-чуть могу доталкивать, вот, да, вот это движение четкое. Угу. А если сильно спину не подключать, а колено к животу, ну-ка. Могу руку подключить. То есть вот такие вариации этого упражнения существуют, над которыми вы можете поработать самостоятельно и подобрать наиболее подходящее для вас. Так, мы сегодня этого делать не будем, потому что мы шагали... Потому что мы уже не можем этого сделать. И это тоже. Так, понятно. Теперь... Держись. Попробуй ногу с прямым коленом назад. Раз.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, напрягай ягодицу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Как только стал меня пяткой по руке бить, так сразу интереснее стало. Хорошо. Больше напрягается, чем в ортезах. Бедро и задняя поверхность по-другому напрягается. Ну, конечно, потому что ортез... Вот ближе, смотрите, когда мы делаем это в ортезах, напрягаются мышцы ближе к этому, к заднице, короче. А когда делаешь без ортезов, напрягаются мышцы ближе к колену. Потому что твоя задача оставить колено прямым. А твоя задача, вот расскажи мне. Посмотри, чтобы ты правильно все сделал. Убеди. Смотрите. Так, назад. Подвинулись. Полежали. Потянулись. Значит, еще такой тоже нюанс. Смотрите, вот сейчас мы будем на другую сторону делать эти же упражнения с присогнутой ногой, которая лежит снизу. Это тоже вариант выполнения упражнения. То есть, если, например, вам не хватает по времени застегнуть два ортеза, или, например, повернулись и еще неустойчиво вы лежите на начальном этапе на прямой ноге в ортезе, да, то есть вас качает прям из стороны в сторону, то вторую ногу можно присогнуть и начинать выполнять из этого исходного положения. Катя. Аюшки. Ты меня уже ушатала 14 раз за сегодня. Давай жопу двигай, потом поговорим. Отрезаем. Хорошо. Нога на ногу. Положили. Поворот совершили. Опа-на. Держись. Нет, ты меня держи пока. Хорошо, держу тебя. Давай двигаем таз назад. И оп. Так. Плечо как там твое? Болит. Тебе пофигу. Подвинуться ты можешь еще? Надо куда еще подвинуть. Давай мне руку. Опа. Вот это я кушетку подвинула. Хорошо. Лег на бок. Вот, ножку мы присогнули. Хорошенько легли. Сейчас я еще. Лежишь? Придержись. Да, я тебе чуть-чуть еще подвину жопу. Да. Чуть-чуть. Опа. Вот так. Вообще, стой. Нет, да еще плечи ты на краю сильнее. Вот так. Да. Все. Вот так вот все. То есть вот оно, плечо, тазобедренный сустав. И если вы работаете с присогнутой ногой, то пяточка тоже выходит вот в эту часть. А колено уходит чуть вперед, для того, чтобы была чуть больше площадь опоры. Ну что же. Вперед. А? Вперед. Ты все равно не отстанешь. Ну, конечно. С одной проработанной ногой, что ли, будешь сегодня? Так же ж нельзя. Придерживаю таз. Сейчас придерживаю вот таким вот образом таз. Так. А Дима работает вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Хорошо, отдыхаем. Так, еще один подход. Да, еще один подход вперед, потом два подхода назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19 и 20. Хорошо. Назад? Да. Ты уже хочешь побыстрее, да? Раз, два, три, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, только ногой, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, думай про мышцы, 18, 19 и 20. Да, думаю. Хорошо. Еще раз? Угу. Ох, я уже в туалет хочу, ну ладно, давай. Хоть десятку давай сделай. Так, раскачай чуть-чуть. Ага, а вот теперь давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот сейчас классно, два, восемь, девять, десять, 11, хватит. Давай, спасибо за. Ортез снимай. Да? Маловато резинка, но в принципе давай. Можно. Нормально? Раз. Два. Не выпрямляется нога. Так вот, я же поэтому говорю, что у тебя была еще дополнительная еще одна лента. Ну давай. Секунду. Я просто уже так и устал очень. Я поняла. Что ты очень устал, но что поделать? Так как так-то? Ну а что, ты не доделаешь? Доделаешь. Понятное дело, доделаю. Че, я зря приезжала? Знаешь, осталась одна ерунда какая-то. Вообще, я что, зря приезжала? Мне что-то зря делала. Почему все это? Да, да, да. Хотя все столько всякого переделали из-за какого-то одного уже. Чуть выше колена надо подвернуть. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, блин, вообще... девять, десять, хватит. Или одиннадцать, давай, ладно, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Блин, у меня сейчас сдохнет вообще все. Ладно, назад еще давай. Угу. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой. 9, 10. Я не знаю, как это хватит. Все. Завтра.